Вертолетные такси появятся в Москве и Подмосковье после 2025 года. О таких планах холдинга «Вертолета России» сообщает РБК. Всего компания хочет запустить три вида перевозок, или лучше сказать, перелет. Между разными районами Москвы, из города в аэропорт, а также из города в область на расстоянии больше 100 километров. По оценке компании, жители Москвы готовы платить за 15-минутный полет около 3000 рублей с человека, а потому ориентироваться будут именно на эту цену. Сейчас уже есть фирма, которая предлагает прогулки на вертолете по Подмосковью, а вот над Москвой без специальных разрешений летать запрещено.